Добрый вечер. Основные экономические и деловые новости дня представлю я, Татьяна Алексеева. Российская компания предложила свой вариант программы оздоровления нашего населения. У успеха много составляющих, среди которых здоровье занимает чуть ли не главное место. Еще в прошлом году вышел приказ Минздрава России об утверждении концепции охраны здоровья здоровых в РФ. Но в нашей стране довольно часто от декларации до дела огромная пропасть. Поэтому наиболее энергичные и предприимчивые, ни от кого не дожидаясь помощи, берут инициативу в свои руки. Например, Алексей Хохлатов, глава компании «Атма», работающий на рынке оздоровительных услуг около полутора лет, создал новую модель функционирования бизнеса, которую назвал «Тет-а-тет технологией». Вбирает в себя все достижения таких видов бизнеса, как традиционный, линейный, как бизнес франчайзинговый по открытию франчайзинговых центров, так и бизнеса по построению дилерских сетей и бизнеса, который основан на современных достижениях в области коммуникационных технологий. А презентация проекта состоится завтра вечером в ДК «Мэлс». Достойно шла в будущее. Мы должны сделать так, чтобы у нас молодежи было больше, чем стариков, чтобы у нас детей рождалось больше, чем умирает. А для этого необходим такой комплексный подход к здоровью. Я вам желаю, чтобы помнили, что душа занимает место в пространстве, что двигаться нужно, и чтобы вы активно работали над собой каждый день, пока вы здоровы. Ребята, потом, когда человек заболел, вылезти из этого гораздо труднее. Так что да здравствует молодость и здоровье. А мы будем за вами следом идти. Спасибо. Мы прорываем коридор друг к другу сквозь обоюдную немоту. Мой самолет летит по кругу. В небе есть барьер даже звуку. Не знаю и знать никогда не буду, как ты жалел незнакомую ту. Дай мне руку. А сейчас встречайте научного руководителя наркологической клиники Гундала Якова Маршака. Я ищу аудиторию, с которой мог бы поделиться. Как это делать? Для того, чтобы научить людей стать действительно людьми разумными и людьми, живущими качественной жизнью. Людьми, которые умеют повысить тот внутренний уровень счастья, который был им дан от рождения, а не понизить его, как обычно бывает. Люди, в конце концов, становятся мизантропами к концу жизни. А надо, чтобы они набирали все время уровень счастья. Вот как это сделать? И приглашают. Меня пригласили к сотрудничеству, и я вас приглашаю. Thank you.
Два слова. Очень приятно стоять с вами рядом и только смотреть по телевизору. Знаете, сегодня с этой сцены уже звучало то, что в России для того, чтобы получить признание, надо жить долго. Вот компания «Атма» хочет вам пожелать, чтобы после признания вы жили очень долго. И каждому человеку есть за что признать. Вот давайте мы эти аплодисменты адресуем каждому из здесь сидящих в зале, сами себе. Аплодируйте, не жмите в ладоши. И это выбор в сторону создания компании для нас всех с вами. То есть то, что я могу сказать этому миру, это я могу и говорю через свою компанию. И, конечно же, мы с вами замерли в ожидании. В ожидании, как вы думаете, кого? А? Этот человек теперь не нуждается в представлении. Ну, конечно же, это президент компании «Атма» Алексей Хохлатов. Встречайте! Здравствуйте, дорогие друзья. Позвольте мне уже называть вас друзьями, хорошо? Скажите, пожалуйста, а лучше поднимите руки. Кто пришел сюда, в этот зал, по моему личному приглашению? Сейчас, тут прожектора. Спасибо, очень приятно. А теперь поднимите, пожалуйста, руки, кто пришел в этот зал по приглашению каких-либо знакомых. Обернитесь, посмотрите, друзья мои, с первого ряда. Вот, видите, как много? А тогда у меня самый интересный вопрос. Пожалуйста, поднимите руки те, кто пришел в этот зал по зову средств массовой информации. Перечислю. Газеты, радио, что там еще бывает, телевидение, интернет. Сайт имеется в виду, да? Не мое личное приглашение, сайт. Поднимите, пожалуйста, руки, не стесняйтесь. Так, мы будем еще разговаривать с человеком, которому я заплатил за рекламу в средствах массовой информации. Друзья мои, вот ваши ответы, это и есть ответ на тот вопрос, что такое TED, а TED – технология. Давайте вспомним, как же люди жили до появления средств массовой информации. Вот, приходил человек, приходил к нему другой человек, и они общались. Вот она и есть, эта технология. Нам не хотелось упускать все плюсы, которые есть в этой технологии. И поэтому мы взяли ее на вооружение сейчас и здесь. И вы знаете, я хотел бы сейчас попросить ведущего принести мне нашу карьерную книгу. Это тот самый инструмент, который превращает TED-TED технологию в огромную-огромную силу. Ибо у самой этой технологии того века, да, есть определенный недостаток. Как вы думаете, в чем он? В искажении информации от человека к человеку. То есть карьерная книга компании «Атма» — это книга-первоисточник. Это книга, в которой все официальные материалы компании помещены. Вы знаете, в нашем государстве много чего говорится. Вот. И, наверное, если мы подойдем к любому человеку на улице и спросим, что надо делать, чтобы мы были богатыми, вот буквально президентскую программу вам сходу расскажут, как надо делать. Мы тем и отличаемся, россияне, мы все знаем. Надо делать. Мы замерли в ожидании и ждем, когда кто-то скажет, давайте, начинайте делать. Мы создали уже, да, сегодня у нас открытие дела, в котором каждый день нам надо делать. И то, как это делать, мы вас научим, мы покажем, объясним, расскажем, и в том числе и вы нас научите тоже, потому что к нам в менеджеры приходят и в сотрудники люди, которым тоже есть чему нас поучить. Декан факультета предпринимательства в культуре Ирина Георгиевна Хангельдеева. Заявлены три очень важные вещи. Это культура, бизнес и образование. Эти вещи, которые всегда для меня были чрезвычайно значимы. И я думаю, что если фирма действительно ставит во главу угла культуру в широком смысле, бизнес и образование, то у нее должна
быть хорошая будущность. И я хотела бы только пожелать фирме словами замечательного нашего поэта Самуила Яковлевича Маршака следующее. Желаю вам цвести, расти, копить, крепить здоровье. Оно для дальнего пути главнейшее условие. Пусть каждый день и каждый час вам новое добудет. Пусть будет добрым ум у вас, а сердце умным будет. И самое главное, что те люди, которые начнут работать в этой фирме, чтобы их не постигли никакие разочарования. Директор информационного комплекса Илона Петровна Алиева. Хотелось бы сегодня просто поздравить тех людей, которые стоят у истоков большого не только бизнеса, большой работы, но большого дела. Я хочу поздравить их от всей души. Ну, чтобы ваш корабль плыл, 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 и, может быть, мы вместе куда-то приплывем. Я хотел бы позвать на эту сцену генерального директора компании «Атма» Наталью Соколову. С вами стали свидетелями того, как посаженное Алексеем бережно и уверенно зернышко Атмы выпустило на свет свои крепкие, красивые зеленые побеги. И поэтому мы вместе готовы творить, реализовывать намеченные планы, развивать интереснейшую технологию нашего проекта, у которого такое душевное название «Атма». Спасибо, компания «Атма», за то, что ты есть на свете. Мы встречаем Игоря Талькова-младшего, автора и исполнителя собственных песен. Я в тебе так долго искал то, что, увы, не нашел. При
Приближался часто финал и наконец подошел. Я так желал, чтобы ты ожила, но ты способна лишь понять жизни землю без неба мечты. Хочет выразить благодарность своим партнерам в области бизнеса, образования и наших уважаемых производителей. Наш партнер из рекламной группы «Модус» Ольга Могилина. За время сотрудничества с компанией «Атма» рекламная группа «Модус» успела проникнуться атмосферой здоровой жизни. Компанию «Атма» мы, естественно, любим. И раз уже сегодня весь вечер здесь говорится о здоровье и долголетии, желаем этого компании. Спасибо. Спасибо вам. Производитель волшебных фруктовых батончиков, комбинат «Линфос», представитель Андрея Викторовича Крыжановского, Олег Вениаминович. Ну, мы у себя на производственном объединении в Санкт-Петербурге очень рады той динамике развития наших бизнес-взаимоотношений, которые возникли с молодой начинающей фирмой «Атма». Мы надеемся, что наше сотрудничество будет плодотворно продолжаться и на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество. Спасибо. Производитель целой линии коктейлей и приправ, известных под названием «Хлеб инков». Генеральный директор Равшан Малабаевич Алибаев. Пожелаем удачи этой новой фирме «Атма», чтобы и поддержим ее своим возможным соучастием в этой фирме. Спасибо вам. Производитель «Витапром», коктейль «Маршака», генеральный директор Марк Михайлович Геллер. Хочется пожелать удачи в совместном бизнесе. Производитель линии «Балденской косметики», президент Балденского фонда Рихард Шкелдыш и Александр Сурков. Добрый вечер. Я поздравляю компанию «Атма» с днем рождения. Хочется сравнить ее с самолетом, который готовится к взлету. Форсаж, ребята, врубайте и вперед. С днем рождения вас. Рихард, пожалуйста. Добрый вечер, дамы и господа. Я желаю вам всего наилучшего, чтобы ваша компания была динамичной и чтобы мы впредь очень успешно сотрудничали. Спасибо. Генеральный директор компании «Масло Лицетин» Андрей Шилов. Здравствуйте. Присоединяюсь ко всем ранее выступающим и желаю удачи фирме и развития. Большое спасибо всем выступавшим на этой сцене. Я думаю, это очень приятные и теплые слова в адрес такой замечательной компании, как компания «Атма».